Пока по ночам еще держатся заморозки, дезинфекция города проводится только днем. Но как только температура поднимется над нулевой отметкой, городские службы перейдут в круглосуточный режим. А вот в выходные работа продолжалась по всей Самаре. Специальным раствором мыли проезжую часть, ограждения, по 2-3 раза очищали все остановки общественного транспорта. Остановки общественного транспорта, ограждения мы обрабатываем хлорамидом Б. Это разрешенный препарат для дезинсекции. Город моем специализированным шампунем. И еще один раз, то есть 2 раза хлорамидом Б, 1 раз проходим гипохлоридом натрия. Параллельно идет уборка города по плану месячника по благоустройству. Улицы убирают от зимних накоплений мусора, подметают тротуары, бордюры и ограждения, готовят к покраске. Масштабные работы по дезинфекции проводятся в парках и скверах. Тщательно обрабатывают дорожки, лавки, детские площадки. Моечные машины стали заезжать и во дворы самарцев. Управляющие компании приступили к обработке придомовых территорий и внутриквартальных проездов. Уделяют внимание отмосткам, лавочкам, площадкам, газонам. Дворники работают в специальных защитных костюмах. Ситуация держится под контролем. Дворовые территории, мы говорим за дворы, управляющая компания, где закреплены за уборкой территории, значит, проводится очистка и обработка проездов, тротуаров, входных групп, также мест общего пользования в подъездах, то есть это и перила, и кнопки лифта, кнопки домофонов, дверные ручки входных дверей. Сегодня, пока город живет в режиме повышенной готовности, необходимо принять все меры, чтобы не допустить распространения инфекции. Но есть самый лучший способ не заболеть. Просто на время, пока объявлены нерабочие дни, не выходить из дома. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».